Я обратился к премьер-министру с письмом, в котором попросил его в ближайшее время принести отчет так называемой комиссии судьи Леви во всем, что касается еврейских поселений в Иудее и Самарии, для обсуждения и для голосования в межминистерской комиссии по Иудее и Самарии. Я считаю, что нынешнему правительству очень важно сделать так, чтобы выводы комиссии Леви были не только теоретическими или юридическими выводами, но стали частью практической политики правительства в Иудее и Самарии.